Так, друзья, всем привет. Сегодня буду подтверждать личность с паспортом. Селфи с паспортом необходимо будет сделать. Так, захожу в кабинет, личный кабинет свой канала Яндекс.Дзен. И здесь вот сообщение сверху желтым. Подтвердить личность, подтвердить личность, сделать селфи. Нажимаю сюда. Ну и дальше подтверждаю личность. И здесь вот скачайте приложение, нажмите на плюсик на нижней панели, перейдите в кабинет Дзена, нажмите «Подтвердить личность», и можно это сделать только через приложение. Дальше, естественно, все буду делать в приложении. Ну что, друзья, открываем Google Play, находим приложение Дзен. Всеми нами любимое, конечно же, приложение. Открываем, друзья. Ну и здесь необходимо дальше нажать в правом нижнем углу и здесь нажать «Войти в Дзен» и, соответственно, ввести логин и пароль. После чего внизу нажимаем на плюсик и выбираем «Перейти в кабинет». Ну и в кабинете уже вот наверху у нас есть «Подтвердить личность». Нажимаем и, собственно, включаем камеру и разрешаем доступ. И все, друзья. После чего можно даже перевернуть вот здесь камеру и здесь вот уже сделать фотографию с паспортом, которую и уйдет потом, соответственно, им на проверку. После чего, друзья, получил такое сообщение. Ваша анкета отправлена на проверку. Как только проверка будет завершена, мы сообщим вам о результатах. Ну вот, собственно, и все, друзья. Вот так вот.